Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию связать личинку ручейника, которого мы вытащили из домика. Я взял крючок по форме, напоминающий нам изогнутую личиночку. Величина 14 номер для того, чтобы вам было лучше видно. Желательно использовать для этих целей 16 и меньше. То есть смотреть за той величиной ручейника, который у вас проживает. И одел обыкновенную стеклянную бусинку. Огрузил свинцом. Если у вас есть в наличии вольфрамовая такая черная бусинка, это даже будет еще лучше. Тогда огрузку можно и не выполнять. Для изготовления тела мне понадобится вот такая силиконовая резинка. И понадобится мне вот такого цвета даббинг. Если у вас по каким-либо причинам нет, можно взять мех кролика белого и использовать его, или же там, допустим, с песца подшерсток. Это не имеет значения. Главное, чтобы у нас сам по себе мех был очень-очень мягким. Крепим нашу силиконовую резиночку и в натяжку ее прихватываем аж до середины загиба. Закрепили. Отставили пока в сторону. И теперь будем формировать наше тело. Тело будем формировать мы методом даббинговой петли, без всяких расщеплений, без ничего. Но хорошо промажьте ваксой или клеем нить. И мы с вами будем небольшими вот такими щепоточками накладывать мех, только чтобы он еле-еле держался на нашей ниточке. Большое количество здесь даббинга не приветствуется. Тело получится рыхлым. Вот я нанес вот такое небольшое количество меха на свою даббинговую нить. И теперь беру ее, начинаю вот так скручивать. Часть меха у нас закрепилась, а часть меха создаст нам необходимую лохматость. Формируем тело. Не доходим вот так, как вот у меня вышло, до шарика, буквально 3-4 миллиметра. Сделаем с вами парочку узелочков, чтобы нитка наша не убежала. И будем изготавливать тело. Если по каким-либо причинам вам будет нить мешать, ее можно удалить. И теперь мы берем с вами нашу силиконовую резинку и начинаем выполнять обмотку так, чтобы у нас волоски попадали у нас между нашими обмоточками. С небольшой натяжкой сильно не усердствуем. Формируем такое небольшое конусное тело. Виточек к виточку. Доходим до нашей
грудки, которую будем изготавливать, закрепим опять нить. И закрепим теперь все материалы. Как вы видите, у нас получилась небольшая лохматость, если несколько больше волоски, чем вам кажется. Можно вот так немножечко их подстричь. При намокании они все подровняются, поэтому сильно подстригать я не советую. Для завершения нашей мушки нам необходимо с вами изготовить грудку. Для грудки я подготовил по остаткам, потому что больше не нужно. Вот два перышка у меня есть павлина. Крепим их здесь. В качестве лапок мы с вами будем использовать мех. Козы, потому что соленья достаточно грубый и не совсем практичный мех. Поэтому я возьму небольшую щепоточку, вот так как у нас можно лапки вывязать, если вы хотите более реалистичные. Но я вяжу мушки не для выставки, а для рыбалки. Поэтому леска не годится, рыба будет на них накалываться, и это отпугивает рыбу. Поэтому желательно использовать тот материал, который не отпугивает рыбу. Вот я взял вот такую щепоточку, совсем небольшую меха. Нам желательно его теперь выровнять в ступке. Подровняли наши волоски. И теперь я беру нашу щепоточку, примеряю величину наших лапок, какая должна быть, и креплю их здесь. Но для начала поменяем нить. Поставим нить более тонкую и соответствующего цвета. Если у вас имеется даббинг, можно использовать даббинг в качестве грудки намотать. Это уже как вы для себя выберете. Теперь для того, чтобы у меня лапки были хорошо обозначены, я вот эти тоненькие наши кончики, которые очень тонкие, возьму и немножечко вот так вот совсем обрежу. Вот так. И выбираю величину лапок, подхватываю. Здесь можно вот притяжной петлей, можно захватить, а потом мех наш вот так подтянуть вверх. Это как вам будет удобно. Вот я считаю, что такой величины лапок мне будет достаточно. Закрепили. Поправили. Совсем немножечко капнем клея и хорошо промотаем.
И теперь, друзья мои, нам необходимо вот так наши лапки немножечко отвести от шарика и впереди лапок сделать пару-тройку оборотов. Вот так. После этого мы берем наше перо павлина и начинаем формировать грудочку. Обматываем так, чтобы наши лапки выглядели вот так. И теперь берем, окончательно закрепим наше перо. Как я уже говорил, чтобы не выполнять глупую работу, я нанесу капельку клея на нитку и сделаю здесь завершающий узел. И вот, как вы видите, вот такую симпатичную имитацию ручейника, которого мы вытащили из домика, мы с вами изготовили. Пробуйте, экспериментируйте с цветами, с величиной. Мушка работает круглый год, поэтому она не только у нас, как говорится, для зимы. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!